Что, 19 район, регион Сальрезерв, 5-2, победа черно-белых. Иса Дарбоев, Гога Танаян, наши послематчевые студии. Иса, ну, начнем с тебя. Поздравляю с победой. Ты сегодня, в принципе, хороший матч провел. Что скажешь по игре в целом? Ну и насколько важной победа оказалась? Ну, победа, она любая победа важная, потому что сейчас, если бы мы в этом матче потеряли бы очки, я думаю, что мы, нам бы уже тяжело было бы на что-то рассчитывать. А так мы еще в гонке. Еще будем биться и дальше. А по игре, в принципе, нормально. Да, Макса не было, но его было слышно из-за ворот. Дэн неплохо, на самом деле, успокаивал игру. Все сложилось у него удачно, и счет, считаю, 100% по игре. Должны были забивать больше. Насколько тяжело было играть? Сегодня такая небольшая скамейка запасных, да? Всего лишь два человека на бровке. Причем, ну, Макс там сегодня не так много сыграл, Петров. Ну, смотри, маленькая скамейка, она может как сыграть в плюс, так и в минус. Сегодня просто повезло, сыграла в плюс. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы там 4-5 человек всегда было на скамейке. Но тут мы не в профессиональных клубах. Кто-то пришел, кто-то заболел, кто-то запил, кто-то еще что. Гога, ты что скажешь? Уступили, так немножко команда, да, на стадии становления. Что ты хочешь сказать по сегодняшнему матчу, понимая эмоции, там, наверное, хочешь что-то про судьи сказать? Ну, давай по футболу. Давайте сейчас скажем, сейчас у нас команда реально заново строится, как бы. Ушли лидеры, которые были, пришли там Беликов, Мишенин. Спасибо им большое, спасибо руководителю «Регион Стали» или, ну, что могу сказать. Молодцы сегодня все парни, которые пришли, мы бились. Считаю, что там в первом тайме вот 15 минут мы точно забрали, да, ну, минут 20, наверное, мы забрали. Во втором тайме 15 минут, в принципе, мы контролировали до тех пор, пока вот не пропустили. Я не видел, какой контры мы пропустили, да, но там вроде что-то связано было с Беликовым. Вот, он хотел сохранить, не сохранил, и там они быстро контроль развили, забили. Ну, дальше спасибо Молчану, классный судья. И Смирновскому, или кто там, я не помню его. Убили интригу, все. Дальше уже понятно было. Молодцы мои игроки, они все равно как бы, ну, не бросили играть, бились до конца. Все те, кто пришли, спасибо, жду очень сильно Карлена. Это мое первое усиление очень сильное. Будем усиляться. Явно будем усиляться тут, а те, кто сегодня не доехали, ну, я с одним точно попрощаюсь, а со вторым еще раз поговорю, вот. Так-то вот так. Я сказал, да, в трансляции, что тоже вот при равном счете действительно вы перехватили инициативу, и там такая игра была, да, что называется, на три результата. Забей вы, в принципе, все могло на самом деле по-другому сложиться. Согласен, нет? Согласен, да, там была атака, которая дошла до Ордена, Орден подключился. Дальше Орден прострелил очень сильно, то ли на замыкающего прострела Беликова, то ли Король не дотянулся, вследствие чего они пошли в контратаку. Потом мы, ну, такая, да, после вот 2-2, когда минут 10 прошло во втором тайме, и они уже подустали, не было баланса в полузащите, и они не могли добегать. Мы не могли добегать. Забили они первыми, они почувствовали, их игра шла. Забили бы мы первыми, возможно, они бы, да, ну, подустали в силу того, что не было скамейки ни у них, ни у нас. Как бы сетовать на то, что как бы они устали или мы все играли на равных условиях, просто, ну, судьи честно убили. Мне кажется, ну, это не уровень. Ну, это не уровень суперлиги. Если мы хотим расти, то не может такое быть. Судьи тоже должны, они с нами растут, мы с ними растем, мы все вместе растем. Они не должны думать о себе. Они думают о себе, реально. Ну, вот они приходят, ну, что это было? Ну, это я считаю, что там не было красной карточки Чубука. Спасибо, поздравляю район с победой. Заслуженно, незаслуженно, не знаю, но с учетом судейской, может, заслужили. Иса, опять же, вопрос по, не знаю, по персонали, может быть, с чем связано то, что сегодня столько много потерь, может быть, кто-то не доехал, что-то Максим рассказывал и, не знаю, как-то по-особому мотивировал, с учетом того, что в личных встречах резерв «Регион Сталь» район никогда еще не обыгрывал. Ну, некоторые играют по субботам, парни у нас, ну, некоторые, а там большая часть команды. И после субботы неизвестно, они играют 90 минут. Ну, у кого-то какие-то там могут быть травмы, спазм, не знаю. После игры они могут загулять. Кто-то еще может отшиться. То есть, ну, субботние игры, они портят то, что происходит в воскресенье, я думаю, из-за этого. А так, в принципе, Максим говорил, что у нас заявки 25 человек. Почему так мало собирается, не знаю. Надо, наверное, у него спросить, он собирает состав. А по поводу персоналей... Ну, личные встречи, то, что ты говорил, делал акцент.
Лично акцент на что? Что, ты никогда еще резерв регион стали не обыгрывали? Три встречи, три победы у соперника? Нет, мы не смотрим, ну, по крайней мере, я не смотрю на историю. Макс тоже ничего не говорил перед игрой. Он просто очень сильно просил, чтобы мы сегодня победили. Это важная игра, и его не будет. Он будет за воротами, и мы сплотились, вышли и показали хороший результат. Я считаю, что игра даже не на 99%, а на 100% в нашу пользу. И по моментам, и по эпизодам, и по желанию, и по все абсолютно почему. То есть, если сетовать на судей, то он свистел стыки 50 на 50. Красная карточка – это ВАР. То есть, это не какое-то там спонтанное решение. Все остальное, ну, это бред, мне кажется, говорить что-то про судей. Ну, сердечко, я думаю, там у Максима, у Дениса, возможно, в один момент ёкнуло. Могли там, наверное, может быть, и тебя даже дали вторую желтую показать. Дежурную желтую ты получил. Ну, первую получил, вот если говорить про судей, да, первую получил, мяч просто перелетает защитника, выхожу один на один, защитник промахивается, падает, и он свистит штрафной. Ну, да, я высказался, но сетовать то, что там... Понимаете, в таком формате какие-то маленькие стыки, где-то если судья не увидел, где-то пропустил, это никак не должно повлиять на игру, потому что здесь 1000 стыков, 1000 эпизодов, 1000 моментов, и побеждает команда, которая в совокупности всех моментов становится сильнее. Из-за какого-то одного эпизода команда не может проиграть матч. Поэтому он судил, я считаю, вполне адекватный, 50 на 50. Как разбудить спящего гиганта? Сашу Храмова, который, мне кажется, к концовке вот немножко проснулся. Ну, во-первых, наверное, с Исой, наверное, разные матчи смотрели. 100% судьи. Да, у вас сами игроки-то после каждого интервью там говорят, что уберите того, уберите того. Я же с Максом Скрябином общался, он тоже не был доволен. Завтра у вас такой же эпизод будет, против вас поставить. Что сетовать на судьи? Удалили. Ты вторую желтую должен был получать, и этот красный должен был удалять. Почему не удалили? Там акцентированный фол на Юрия Беликова был на последних минутах. В смысле, сетовать фигня, это что? Все, мы правильно все говорим? Я все правильно говорю. Я говорю о том, что судьи убили при счете 2-2. Они забили 3-2, да, они почувствовали. Но дальше интригу убили судьи. Почему вторую желтую не показали? У меня вопрос большой. Вот. Матчи разные смотрели, да, мы разные матчи смотрели, не знаю. По храму, как его разбудить? Да он должен сам себя разбудить, если он пришел сегодня с мамой, и мама не помогла. Не знаю, что ему поможет. Я ему говорю, кто больше тебя верит, кто больше тебя верит, чем... Ну, кто верит больше вот меня? Никто не верит в него больше, чем я. Ну, он никому не нужен. Если он начнет думать о себе, ну, задумываться о футболе, да я понимаю тоже. Ушел от футбольной темы, он там больше романтиком стал. Не могу ничего поделать. Ну, давай немножко на веселом, может быть. Чего Ульди-то не было? Я так мечтал с ним прокомментировать. Хотя бы отправил бы ко мне в тандем. Отказываюсь комментировать. Исаи, что добавить на прощание? Как после отпуска игралось? Режимил? Нет, не режимил. Хотелось бы добавить, если вот говорить про судей, да, вот Гога говорит про судей, но последнее скажу. Храмов на линии штрафной получает мяч, убирает под подошву, ставит спину. От вот такого у нас центрального защитника. В принципе, они у нас все невысокие. И ставит спину, и падает. Ну, это неуважение. Я считаю, что это идиотизм. Человек не умеет проигрывать. Ему нужно научиться принимать поражение. И я думаю, что у него что-то еще сложится в жизни. А пока это трусость и неспортивное поведение. Все. Спасибо большое, Гуга Танаян, Сад Дарбоев, были в нашей студии.